Всем привет! С вами Иван Кажи, и мы продолжаем обозревать чипсы люкс. Серия Extreme, третий, последний вкус. Я его с трудом еле нашел. И это у нас дикая горчица. Как мы видим, данный вкус является средним по остроте. Чипсы рифленые, пачка весом 80 грамм, обошлась мне в 11 гривен 50 копеек. Итак, давайте заглянем внутрь. Такие светлые чипсы. Вот. Попробуем. Вы знаете, мне напоминает немного васаби. Вот у Lay's есть серия Strong, и там вкус самый острый, правда, васаби. Но именно вкусовыми качествами, не по остроте, потому что, ну, как бы, горчица на порядок слабее по остроте. Но вкус достаточно прикольный. На этом у меня все. С вами был Иван Кажи. Всем пока!